Здесь, в Большом зале администрации Тамбовской области, в праздник 1 мая хорошо знакомым всем тамбовчанам людям вручают такие почетные звания и награды, как почетный гражданин Тамбовской области, герой труда Тамбовской области, народный учитель Российской Федерации. В юбилейный год 85-летия Тамбовской области с особой торжественностью чествуют тех, кто прославил родной край своим трудом и талантом, профессиональным мастерством и личными достижениями. В этом году мы приняли решение об увеличении квоты на звание «Почетный гражданин Тамбовской области» с 2 до 5 человек. Это связано в первую очередь с 85-летием нашей области. Таким образом, список почетных граждан области увеличится до 26. За большой вклад в социально-экономическое развитие Тамбовской области и многолетний добросовестный труд звание «Почетный гражданин Тамбовской области» присвоили Олегу Бетину. Олег Иванович проработал более 16 лет на посту главы администрации Тамбовской области. Эта награда вручается тем, кто прошел большой жизненный путь и вклад сделал в развитие области, и не только экономическое, но и духовное, нравственное. Если я соответствую этим качествам, я очень рад. Более полувека трудится в агропромышленном комплексе области Валерий Петрович Черкашин. Он успешно руководит крупным сельхозпредприятием и очень активен в общественной работе. Половина яблочного урожая области вырастает именно в Дубовом. За большой вклад в развитие ПК региона Валерий Черкашин удостоен звания «Почетный гражданин Тамбовской области». Это очень высокая награда. Это признание, ну, в общем-то, не только моего труда, это признание, в первую очередь, моего трудового коллектива, вот, в том, что он сделал за многие-многие годы. А я руковожу этим коллективом 45 лет. Также почетными гражданами Тамбовской области стали известные промышленники Николай Утробин и Владимир Артемов, а также начальник регионального УМВД Николай Скоков. Павел Юрасов, Станислав Попов, Анна Мусатова, «Область новостей».